Год 2005. Конец июня. Швеция. В 220 километрах от Стокгольма, в маленьком городке Ват, на берегу красивого озера, стоит дом. Обычный шведский дом. Во дворе мастерская и домик для гостей. Посреди аккуратно подстриженной лужайки – березка. И цветут под окнами дома люпин и анютины глазки. Все или почти все, как у соседей, справа и слева. Обычная шведская усадьба. Вот только хозяин ее – необычный швед, и фамилия его непривычна для шведского уха – Шуйский. Георгий Шуйский – представитель старинного русского рода. Князья и бояре с этой фамилией играли важнейшую роль в политической жизни российского государства в 15-17 веках, а Василий IV Шуйский в начале 17 века был русским царем. Как же оказался один из потомков Шуйских в Швеции? Прадед нашего героя жил в городе Царицыне, ныне это Волгоград. А дед в начале века уехал в Маньчжурию, на северо-восток Китая, а потом работал на строительстве Транссибирской магистрали, да так и остался на Дальнем Востоке. Но прошли годы, и потянуло Шуйских на родину. Правда, Россия была уже не та, из которой они уезжали. Это была не царская Россия, а советская. Первой уехала бабушка. В Москве, на Лубянке, и кончилась ее жизнь, сказал Георгий. Не простили большевики княгини Шуйской ее происхождение. Дедушка, он уехал назад тоже в Россию, немножко попозже. Из Маньчжурии. Из Маньчжурии, да. И работал в каком-то фабрике недалеко от Свердловск. И там он тоже умер. На маминой стороне большевики захватили мою бабушку и мой дедушка и посадили в лагерь. Он умер у Архангельска, а бабушка жила в лагере очень долго в Караганде. Отец Георгия, Владимир Шуйский, был человеком талантливым, образованным и профессию выбрал себе редкую по тем временам. Он стал инженером-электротехником, писал книги и научные статьи. Это как сегодняшний день компьютер. Если мы вернемся 100 лет назад, что было главное, это было электричество. Он видел, как в Харбине строили трамваи, как моторы появились, как электричество появилось в домашние отношения. И это его очень интересовалось. И так он остался с этим. И он не мог себе найти хорошую школу. В Китае это не было. И тогда ему сказали, поезжай в Германию. Он уехал, ему тогда было 22 года. И он один уехал в Германию. Да. 6 недель он плавал на пароходе. От Шанхай, Сейлон, Сингапур, Сейлон, Суэцкий канал. Потом он приехал в Нис. Потом он дальше ехал в Роттердам. Остались эти бумаги, письма остались. И много из них, это когда папа приехал в Германию, и он пишет о своей жизни бабушке и дедушке. Они пишут о русской жизни в Маньчжурии ему назад. Эти письма остались у меня. В семейном архиве Георгия Шуйского хранится более 3000 документов, и большую часть их составляют письма. Признаться, меня удивила эта цифра – 3000. А Георгия удивило мое удивление. А как же иначе, сказал он, это ведь история моей семьи. Итак, в 1928 году отец Георгия добрался до Германии и стал учиться на инженера. И он быстро сделал карьеру в Германии. Но в Германии русским не повезло, когда Гитлер появился. Его профессор сказал, уезжай, я тебе устрою работу в Голландии. И папа уехал в Голландию. Это был 1934 год. Но в Голландию Владимир Шуйский приехал не один, а с невестой Зоей. Она тоже была из русской колонии в Маньчжурии. Они поехали в Голландию, и как первые православные они венчались в Голландию. Это был большой артикль в голландские газеты. У меня это осталось, статью. Вот в Голландии и родился наш герой. Родился за 2 недели до начала Второй мировой войны.
Это было очень тяжелое время жить в Голландии как русский, прятаться против фашистов и потом пережить это все. Без хлеба, без картошки, это все тоже не было легко. У отца работы не было? Он работал, но фабрика была под немецкой властью. Они переделали ее, они пушки строили там. А голландцы, они хорошо делают, они строили пушки, и когда пушка была готовая, она не действовала. Почему? Как? Там какой-то шурупчик не хватал или что? И тогда все надо разбирать, еще один раз строить, потом то же самое появилось. Там из этой фабрики немного пушки вышли, это я только знаю. А потом, когда война пошла против, когда немцам было труднее, террор начался в Голландии, гоняли люди. Попал в лагерь. Два раза он убежал из этого лагеря. Концлагерь? Это был рабочий лагерь, называется. Это не концлагерь. Но недалеко, то же самое режим там. И он, когда он убежал, он прятался в Голландии. Они к нам шли и говорили, если ваш муж придет, что он обязательно надо ему вернуться. Если он не вернется, мы возьмем вас и отсылаем вас в концлагерь, говорили маму. Вдвоем наш. У меня еще есть сестра. Это было очень тяжело. И в это время папа поступил как партизан в голландской армии. Его работа была прятать русские плены. И у нас жили около разные периоды между 4-6 русские военные. Прятались наверху, прятались в стенки. Женщины были. Они были много раз очень психологически плохое состояние. Они кричали ночью. Подумай, маленький мальчик это все слышал. Это было ужас. Откуда они к вам? Они бежали из... Был такой путь. Он шел через наш город, шел до Франции, оттуда они вылетали куда-то, я не знаю, или в Англию, или я. Партизаны переправляли. Да, угу. Да. И на этом пути остановка была наш дом. Мама не боялась принимать таких гостей? Ой, как боялась. Ну что делать? Друг друга. Это тоже как-то характер русский народ. Если ты увидишь русским по таким условиям, ты тоже не вернешь спину, а стараешься что-то делать. И это, что я сейчас рассказываю, это люди писали в книге тоже, в голландской книге. Я 30 лет назад я был в Голландии, увидел эту книгу, начал читать. Ой, здесь стоит, а эти русские, какие у нас жили. Это было очень трудно. Трудное время. А чувства, русские чувства осталось, понимаешь? Странно. Мы прожили войну в Голландии. Русский характер не подходит голландским характерам. И папа никогда себя чувствовал себя дома там. И начал искать работы. В Швейцарии. Получил работу в Швейцарии. Но швейцарцы требовали положить большую сумму в банк в том, что ваша жена не имеет работы. И он не мог это. Он отказался. Потом он имел мысль поехать в Чехословакию работать. Это было хорошо, что там не вышло. И потом в один раз появилась возможность приехать в Швецию. Цап, царап и поехали. Это было в 49-м году. От то время до сегодняшнего дня я живу в Швеции. Когда мы приехали из Голландии, дома мы говорили на 4 языка. Это был голландский, русский, шведский. И когда папа сердился на дети, он говорил по-немецкому. А поводов говорить по-немецки Георгий давал отцу немало.
Шведский язык он осваивал медленно и не всегда подчинялся приказам учителей. Короче говоря, в числе лучших учеников не был. Зато он был отличным спортсменом и прекрасно рисовал. За это и уважали его ровесники. А ваши соклассники, они знали, что вы русский человек? Нет, нет. Это было тоже один из важных моментов. Когда была холодная война, если ты в Швеции был и сказал, что ты русский, это то же самое, что ты коммунист. И я молчал, мы молчали. Только один учитель, он вспомнил опера Борис Годунов и спрашивал меня, Шуйск, это то же самое имя, он говорит. Да, я сказал. И с тех пор он всегда смотрел на меня немножко по-другому. Но пришло время, когда Георгий уже не боялся признаться в том, что он русский. Это был 1960 год. Олимпиада в Риме. Я был спортсмен, и сюда приехали русские спортсмены. И они спрашивали, можешь ты с ними общаться и быть их гид, так сказать. Я согласился. И это был первый раз, когда я показывал, что я немножко русский характер знаю, что я могу немножко с русским общаться. И потом это медленно развивалось. Между прочим, отец Георгия всю жизнь прожил со своей русской фамилией. И как бы странно ни звучала она в Голландии, Германии, Швеции, менять ее на более удобную он не собирался. И с этой фамилией живут его сын и внуки. По-русски Георгий Владимирович говорит довольно неплохо. Во всяком случае, я понимала его хорошо. А ведь он и родился, и жил за пределами России. Я никогда не учился русский язык. Читать я очень плохо могу, писать совсем не могу. Это то, что осталось вот от родителей, язык? Да, эти первые 5 лет. А русские сказки знаю, русские песни немножко и вспоминаю. Немец, перец, колбаса и такие вещи. Русская. Это где-то глубоко осталось. Вот. У вас дети есть? Да. Большие? Да. Внуки нет. Они русского языка не знают, конечно. Нет, не знают. Ну, они интересуются очень много сейчас. Начали. И это я рада, что они начали изучать русскую историю, хотят русский язык научиться. Один из их работает с искусством, он следит за русским искусством и культурой. Это интересно. У Шуйского 3 сына. Он дал им русские имена – Петр, Иван и Михаил. Ему, конечно, жаль, что они не говорят по-русски и плохо знают историю своих русских предков. Многое могли бы рассказать им дед с бабушкой, но не рассказали. И виной тому был неизбывный страх. Он не покидал Шуйских до самых последних дней. Я думаю, что бабушка и дедушка, ихняя бабушка и дедушка, они боялись войну. И много что происходило в нашей семье, они молчали. Я знаю, что папа мог рассказывать очень много вещей, когда он выпил немножко. А если ты его сегодня не так спрашивал, он молчал, он боялся. Это глубоко на них действовало. И они не имели, скажем, возможности тогда передать свою культуру внукам. И это осталось мне делать. А быть родителями, рассказывать своим детям, что им надо думать, это нелегко. Бабушка, дедушка это легче делает. Но они боялись. Это было это, надо по-русски сказать, поганая идея, что мир разделить на 2 части. Черный и белый, или красный, или как ты хочешь. Это было, от этого миллионы людей страдали. Миллионы. Не только в России, а здесь тоже. Я совсем уверен. Ты можешь возьми другой путь жизни, как иногда эти иммигранты делали, как я их называю, те, какие имеют очень хорошую семью, они себя вели так прекрасно, знаешь, носили на так наверх стол, дождь попал туда.
Я их тоже встречал, но они как-то отключились от общей жизни, от общества. Они жили по их старым моду. И так осталось. До сих пор ты можешь иногда их встретить. То есть это иммигранты, которые не захотели вот в стране, в которой они живут, принять что-то от этой страны? Да. Против русской церкви Парижа есть русский квартал. Там есть одна магазин, книжный магазин. Он продавает много русских вещей. Я спрашиваю его, откуда ты это получаешь? Он в первую очередь не сказал. Я ему спрашиваю тогда, а что ты делаешь, чтобы помочь русский народ? Он мне отвечал аккуратно. Я ничего не делал. Они испортили нашу жизнь, коммунисты. Я народ там не буду помогать. Окей, это его мнение. А когда я спрашиваю, откуда эти матрушки идут, или эти шкатулки из России, а ты их покупаешь? Да. А ты не тогда их помогаешь, если ты покупаешь? Тогда он молчал. Папа и мама никогда, как-то сказать, хотели показать свой колокол, что вы мне сделали. Они как-то страдали, молчали, а потом они их, как по-русски сказать, как-то их простили, можно так сказать. Простительство прошло, а сейчас надо в будущем думать. Я думаю, это хорошая идея. То же самое я стараюсь. Я понимаю, что в России происходит. Я видел это тоже. И иногда мне вести очень нравятся, но есть тоже вести, как и мне нравятся. А надо дальше. И будущее лежит в молодежи. Не в таким, с такими волосами. Здесь, в Швеции, родители Георгия Владимировича увидели как-то в лесу черемуху и заплакали. Она напомнила им о России. И у своего нового дома в пригороде Стокгольма они посадили куст черемухи. Кстати, дом отец Георгия Владимировича построил сам, своими руками. «Где же вы время на это взяли?» – спросили его знакомые. И князь Шуйский ответил: «А время взять легче, чем взять деньги в долг у банка». Ну, постоянно мои родители говорили: «Дома». Я спрашивал им: «Где ваш дома?» Ну, жили это в Голландии, это в Германии или это в Маньчжурии? Нет, это была Россия. Это было дома. Это где корни есть. И я никогда не жил в России. Что-то осталось. И когда я первый раз был в России, это сейчас 15 лет назад, я чувствую себя как дома, когда я приехал. Понимаешь, это непонятное чувство у меня. Не могу ответ дать, почему и как. Первым российским городом, который увидел Георгий Владимирович, стал Санкт-Петербург. А потом он был и в Новгороде, и в Москве, и в Пскове, и в Вологде. Несколько лет он работал консультантом в правительстве Швеции, был специалистом по России. И по долгу службы много раз бывал там. С ним охотно ездила и мать. Мама была 92 года, когда она последний раз была в Новгороде. Это было замечательно. Анфи, моя жена, ее взяла под руки, и мы с ней поехали. Это первый раз? Нет, это не был первый раз. Это был последний раз. И как я понял, когда мои родители говорили по русскому языке, все слушали, что это было как-то старомодный русский язык. Это были 80 лет отрезаны. И потом они вернулись в Россию, говорят совсем по-другому, чем сегодняшний день русский говорят. И иногда я тоже употребляю слово. Я понял, люди смотрят на меня и не совсем понимают, что я говорю. Как пример могу сказать, я понял, что есть большая разница между девушка, барышня, женщина, девица. А в старое время это было совсем другом отношении. Как я понял. Я не знаю, если я прав. Кстати, жена Георгия Владимировича, Анна-София Шуйская, побывав с ним в России, создала свою фирму «Русский лен». В этой фирме она и хозяйка, и работница. Лен она получает из Вологды и Иваново,
и шьет красивые сувениры, салфетки, скатерти. У Ан-Софи золотые руки. Ее изделия пользуются большим спросом в магазинах Стокгольма. Но вернемся к нашему герою. Георгий Владимирович закончил университет. Он изучал химию и биологию, а в Уппсале он изучал историю России. Но это, как говорится, для души. Много лет у него была своя солидная фирма. А теперь он больше отдыхает, чем работает. Впрочем, отдых у него своеобразный. 6 лет назад он создал Союз малых городов Европы и объявил об этом в интернете. Идея понравилась многим. На призыв Шуйского объединиться откликнулись Германия, Россия, Эстония, Польша, Финляндия. Теперь представители малых городов этих стран – члены международного клуба «Будущее Балтийского региона». Раз в год они собираются в той или иной стране и обсуждают общие для всех проблемы, да и просто говорят обо всем на свете – о политике, о детях, о рыбалке и охоте, об искусстве. Друзей теперь у князя Шуйского не счесть. Чем больше мы общаемся, говорит он, тем меньше боимся друг друга. Шуйский знает, о чем говорит. А еще Георгий Владимирович теперь много рисует. И чтобы делать это лучше, он учится. Учится в Санкт-Петербурге, в Академии прикладного искусства. Он берет уроки у профессора Дмитрия Шувалова, и профессор хвалит князя. А еще Георгий Владимирович Шуйский пишет историю своей семьи для сыновей и внуков. Он хочет рассказать, кто были их предки, и хочет объяснить, кем считает себя. Надо сказать, что русские родители, мама и папа русские. Я чувствую себя как 100% русский, или лучше сказать 75% русский, 25% казак. А живу уже моя жизнь все время не в России. Я всегда говорю, я старый русский, а новый русский я быстро вижу. Их быстро увидишь. Почему? Они не культурные. Много из них. Жалко сказать. Они хотелось бы так с ними познакомиться, посидеть и поговорить. И не думай, что всегда деньги и жизнь стоят что-то хорошего. Деньги надо как-то общаться по-другому. Не все себе устроить материально. Он живет в стране лютеран, но остается православным. И однажды его обидели в одном православном храме Стокгольма. А шведский священник в старой эмигрантной церкви мне сказал, ты не русский. Я сказал, Бог с тобой. И Георгий Владимирович перешел в другой приход, туда, где никто не сомневался в том, что он русский. Я, как вы, русский, кто жил свою жизнь в каком-то другом стране. Да? А что же в вас русского, спросила я, и он задумался. Это надо другим спросить. Характер, я думаю, да. Вера. Иногда разные блюда, обеды мы строим. Интерес. Это такой трудный вопрос. Но когда я с русскими общаюсь, и они слышат мой плохой русский язык, всегда они говорят, ты думаешь и рассказываешь, как русский. Голова где-то здесь русская. Я не знаю, может быть, да, и сердце, да. И я думаю, эти первые года, когда дети развиваются, если я развивался 100% под русским, скажем, контроль, это осталось всю жизнь так. Я не знаю, я думаю. Скажи самим, видишь что-то русское или нет. Пришлось и мне задуматься. После нескольких часов знакомства я уже могла сказать, Георгий Шуйский – человек открытый,
искренний, эмоциональный, доброжелательный, гостеприимный. Натура творческая, любит философствовать. И тут мне на помощь пришла Ан-Софи. Она сказала: «Георг нетипичный швед. Он романтичный, неожиданный, обаятельный. У него есть шарм, понимаете? Таких, как он, я в своей жизни больше не встречала». «Прощаясь с нами», князь Шуйский сказал: «Помните, двери моего дома всегда открыты для вас. Мы будем помнить. И, надеюсь, когда-нибудь вернемся в этот гостеприимный дом. Русский дом на берегу Шведского озера».